На очистку дорог в городе не хватает техники, так утверждают местные водители. По их словам, снег очищают только на центральных улицах, а второстепенные дороги вовсе забывают. В снежной проблеме разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. Местные водители с раннего утра бьют тревогу. Они утверждают, что коммунальные службы проводят очистку снега только на центральных улицах Караганды. Ведь уже которые сутки в связи с погодными условиями передвигаться по городу крайне сложно. Автолюбители в этом случае страдают больше всех. Крах на улицах творится, я не знаю, что-то дороги вообще не чистятся в этом году. Почему-то я не знаю, что здесь происходит. Ну, дорог нету, сами видите, что творится. Скажите, пришлось трактор брать, чтобы со двора вытащить меня. Провалился во дворе прям, все. Там теплотрасса проходит, и все сели. К слову, передвигаться трудно не только на автомашинах, но и пешком. Очень даже трудно ходить. Ну, видите, снегопад, они, видимо, не успевают. Вот даже центральные улицы и то. Еле-еле только. А про нас вот вообще говорить нечего. Тут заблудший город, никому не нужны. Из-за осадков были перекрыты республиканские автомобильные трассы в сторону Астаны, Балхаша, Жезказгана, Павлодара, Каркаралинска, а также основные дороги областного значения в отдаленные регионы. Между тем, в связи со сложными погодными условиями нынешней зимы и обильными осадками в Карагандинской области созданы областные, городские и районные штабы, которые ежедневно контролируют выход снегоуборочной техники и вывоз снега. Так пестрили информационные сайты. Сообщение о том, что вывозят снег, распространила пресс-служба акимата области. Однако в это водители не верят. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.